Семья Делфин приняла все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасный отдых в гигиенических условиях. В нашем отеле, который имеет сертификат безопасного туризма, для вас, наших уважаемых гостей, была подготовлена безопасная среда. Мы продумали все меры предосторожности, которые обеспечат вам безопасное пребывание в отеле, начиная от входного контроля тепловыми сканерами и гигиены багажа и заканчивая пунктами личной гигиены и указателями, напоминающими о правилах социальной дистанции. Наш отель предпринимает, отслеживает и ежедневно обновляет все меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Турецкой Республики. В нашем отеле есть врач, медсестра и услуги скорой помощи. Каждый сотрудник прошел в уполномоченных подразделениях инструктаж о COVID-19, обладает необходимыми знаниями, средствами и приспособлениями. В дополнение к ежедневной уборке все зоны и номера отеля периодически дезинфицируются. Все поверхности, к которым прикасаются и могут прикоснуться наши гости, содержатся в особых гигиенических условиях, а в каждом номере есть средства гигиены для личного пользования. Еда и напитки, приготовленные в гигиенических условиях нашими обученными поварами, которые обладают квалификационными сертификатами, подаются нашим гостям с учетом правил социальной дистанции. Для безопасности наших детей в игровых зонах постоянно выполняется гигиеническая уборка. Особое внимание уделяется гигиене и обеспечению социальной дистанции в амфитеатре и развлекательных зонах. Также принимаются меры для сохранения социальной дистанции на море и береговой линии. Заботясь о вашем здоровье, мы ежедневно проверяем качество воды и ограничили количество одновременных посетителей бассейнов. Наш отель с концепцией безопасного туризма готов к встрече новых гостей. Семья Делфин готова обеспечить вам безопасный и приятный отдых.